Эй, у меня есть вопрос. Можешь серьезно ответить? Ну там, не подкалывать меня и не выставлять полной идиоткой. От тебя зависит. Ладно. Скажи правду. Шоу еще можно спасти? Как знать. Может, тут рай для журналистов, и мы найдем потрясный материал. По-твоему, есть шанс? Нет. В лучшем случае снимем проходняк, но нас это не спасет. Не так-то просто. Осторожно! О, мог бы сказать нам одеться попроще. Шею себе не сверни. Не хочу, чтобы Марк плакал. Какая забота. Спасибо. Интересно, куда он ездит? Просто вверх и вниз по холму. Да. Но что на той стороне? Вы здесь постоянно живете? Прячься! Всей семьей? Моя жена умерла. О, черт! Простите, не хотела вас огорчить. Идем, почти пришли. Не заметил. Пошли. Это идиотизм. Ничего тут нет. А если вот здесь?
Если бы я любила ходить пешком, то не переехала бы в город. В мои обязанности это не входит. Напоминает говняный летний лагерь. Так. Если сможем завести и подогнать вагон, то переберемся. Ты видела пульт? Да ему хана, плюс электричества нет. Может, сможем его починить. Джейми, можешь починить? Молодец! А там что? Слышишь?
О, да мне уже полегчало. Надо было немного посидеть. Я уже в норме. Мы нашли короткий путь. Мне нужно, чтобы вы делали, что я говорю. Конечно, мистер Дюмет. Теперь все здесь. Можно идти. Друзья, прошу вас, не отходите больше от мистера Дюмета. Пожалуйста. Кейт. Ну как тебе? Жуткий летний лагерь. Ладно, мы все равно скоро узнаем, что он задумал. Не волнуйся. Ты идешь? Ага. Боишься высоты? Ну так. Да. О, нет! Мы все умрем! Просто иди. Господи, расслабься, Марк. Ох, далеко лететь. Ты как? Айна. Ты сможешь. Смотри вперед, не вниз. Я знаю. Все окей. Правда? Зря посмотрел. Это просто вода. Выплывешь. И вообще, мост выглядит надежно. Типа. Давай, помогу. Ну вот. Все, ты смог. Не смотреть. Не смотри вниз. Да. Вот. Молодец. Спасибо. Ты всегда меня выручаешь, когда нужно. Пошли, догоним Дюмета. Куда все делись? Простите, дорога тяжелая. Народ, шустрее, мы теряем время. Это просто... Мистер Дюмет, это место выглядит потрясающе. Да. Может, выходные не зря пройдут. Привет. А ты кто? Ты чего это? Я видела девочку. Вон там. Единственная фанатка. И та уже пропала. Какая же ты стервозина. В этом доме все очень старое. Пожалуйста, осторожней. Это потрясающе. Ого! Смотрите. Просто... невероятно. Да, правда впечатляет. Могу я попросить вас всех расписаться? А это не все вещи? Не волнуйтесь, весь багаж скоро принесут ваши номера. Они косметику Кейт тащат. Эрин, сигарета? В синем рюкзаке. Располагайтесь, мы пообщаемся за ужином. 8. Мистер Дюмет, очень здорово. Я даже не знаю, как мне вас благодарить. Это просто невероятно. Я же говорил, что это хороший план. Я был прав.
Явился. Дела, дела, дела. Где ты шляешься целый день, пока я тут сижу и беспокоюсь? Пропадаешь куда-то, и мне ни слова не говоришь. Эту песню я... Прости. Напугала? О, господи! Я в трусы напустила! Как ты меня не услышала? Просто... Мне кажется, мы тут не одни. Кейт видела, как из окна на нас смотрит девочка. Вот кто это был. Девочка. У Дюмета могут быть помощники, семья или друзья. Мало ли. И все же, это место меня пугает. Да, тут необычно. Ты что, пела? Ой, да, я ее пою, когда страшно. Эту песню я всегда пою, панике и страху волю не даю. Но это не помогает. Да уж. 181. А мой, похоже, за углом. 183? Это мой. Ясно. Давай. Удачи там. Не потеряйся. Кричи, если что-то будет нужно. Спасибо. Я рядом. Нечего бояться. Хотя, слушай. Да? Давай я быстро разложусь и вместе найдем твой номер. Мне в этом доме совсем не хочется одной оставаться. Да. Давай. А то я бы заблудилась. Это коридор, ты чего? Так, ну вот. Что ж, тут... мило. Прикольно. Опять будем спать вместе, а утром поженимся. Ты говоришь во сне. Ну, если ты не в курсе. Да ну. И про что же? Тот раз ты в основном бессвязно ругалась. А, так я не спала. Просто читала подряд посты Кейт в соцсетях. Ох, дико бесит. Слушай, только не злись. Но со мной она милая. И она переживает из-за Марка сильнее, чем кажется. Херня, она робот. А где туалет? Стоп, что? По старинке. Фу, что за хрень? Если мне приспичит ночью, я рискую Чарли на горшке застукать. Подозреваю, мини-бара тут тоже нет. Тут ты ошибаешься. Что это? Вино. Не видишь? Мне кажется, если мы выпьем, Чарли будет ругаться, и мне будет стыдно опять. Да, он это любит. Но мы не на работе, еще не снимаем. Напьемся, не начнем. Я ж не предлагаю напиваться перед работой в слюне. Зачем ты это делаешь? Просто пить хочу. Кстати... А ты мило злишься. Мило? Я? Я милая? О! Возьми мою, если микробов не боишься. Спасибо, я лучше поищу. Где она? Она вон там, около стены, видишь? Ты чего? Блять. Это типа месть? Нет. Нарочно пугаешь? Получилось. Yeah.
все точно хорошо? А то... Ну, я же тебя еще напугала, мало ли. Нет. Но правда, ты здесь ни при чем. Я просто... пытаюсь сделать вид, что здорова, понимаешь? Как будто могу обойтись без ингалятора. Победа духа над телом, все такое. Но пыль, аллергия и прочее... Мне просто надо быть осторожней. Точно? Да, точно. В общем, да. Уютно. Будешь это пить? Все, ты отравилась. А неплохо. А ты не врешь? Пикантный вкус. Хороший год. Точно. Чувствую немного коры дуба, нотку цитруса. О! И отдельно отмечу мощный привкус старых вонючих носков. О, господи! Вот ты засранка! Ты мне все наврала! О, прости. А вино дрянь. Про него я соврала. Правда? Ага. Извини за то, что я сказала. Не хотела смущать. Я... Да, просто... Мы работаем вместе. А Чарли вечно бухтит, что нужно быть профессионалами. Конечно. То есть, на самом деле, мне очень приятно. Эрин. И я тоже считаю, что ты милая. Просто, ну... Ты чего? О, боже мой, я... Вот ты сучка! Да я прикалываюсь. 100 лет тебя поцеловать хочу. Просто боялась сделать первый шаг. Ой, прости, прости. Кто там? Дрочишь тут втихую, старый извращенец? Простите, я что, вам как-то помешал? Нет, мы просто болтали. Думали, потянет ли сеть наше оборудование. Ага, да. Если дом питается от генератора, надо узнать его мощность. Мне плевать, что вы делаете. А чего бродишь? Я не могу найти номер. И пиздец, как хочу курить. Хм. Странные штуки на дверях. Это цифры. Они идут по порядку. Это удобно. Спасибо, не помогло. Так, 10 минут, и давайте потом вместе обсудим первую сцену. У нас целый вечер. Может, после ужина? Хочу отдохнуть после такой дороги хоть немного. После ужина будем снимать. У вас 10 минут. Ладно, тогда скоро спустимся. А, Эрин, я осмотрел в синей сумке. Сигарет нет. Я их туда положила. Так найди. Может, кто-то из нас дальтоники не знает, какая сумка синяя. Продолжение следует? Да. Обещаю. Удачно найти комнаты. Давай, скорее, бегом. Куда это они?
Ну? Я ищу. А, Кейт просила передать. Сломай стены. Как найти выход из лабиринта тревоги? Вы что, издеваетесь? Вдруг это поможет тебе справиться со стрессом? Мне это не нужно. Какой еще стресс? Ну? Похоже, что у меня стресс? Не отвечай. А визитки хорошо вышли. Ага, тиснение. Гораздо солиднее смотрится. Любите вы, старики, визитки? В смысле, профи. Старая школа. Я заказал поплотнее бумагу и логотип из фольги. Черт. Надо было одну дать мистеру Дюмету. Нашлись? Нет. Клянусь, я точно сюда положила. Не понимаю. Господи. Так, прекрати бессистемно копаться в вещах. Начинай искать с умом. Methodical. Синяя сумка, передний карман. Я специально запомнила. Их нет, Чарли. Нет? В смысле? Их что, кто-то спер? Я не знаю. Хотя Кейт вполне могла бы. Или Джимми. Мне жаль. Ладно, есть другие дела. Этот отель огромный. Неужели во всем отеле не завалялось ни одной сигареты? Так, хочется курить? В вестибюле был бар. В баре должны быть сигареты, так? Ну, технически в барах курить нельзя, так что... Пошли, проверим. Если найдешь первый, я все прощу. Масштабы тут, конечно, просто... Не верю, что нам так повезло. Боишься, что другие выпуски будут смотреться дешево? Ну, так и есть. Что поделать? Неважно. Главное, что люди запомнят этот. И он получит Эмми? Точно. Правильный настрой. Держись меня, Эрин. У меня большие планы. Думаешь, будет новый сезон? Это мои проблемы. Ты просто следи, чтобы у меня все шло гладко, а уж я обеспечу тебя работой. Согласна? Да. Чарли, можно мне в новом сезоне больше заниматься звуковым оформлением, чем-то творческим? Эрин, ты уже и так делаешь для нашей компании много полезного. Что, таскаю твои сумки и хожу в химчистку? Именно. Чтобы добиться успеха на ТВ, надо пахать и браться за любую работу. Я думаю, тебе нужен помощник. Помощник? Просто дурацкая идея, Чарли. Я не то... Помощник? Личный ассистент? Ну да. А я бы помогала с монтажом. Не понял. С монтажом? О, может, мистер Дюмет у себя в офисе? Он точно знает про сигареты. Со звуком. Я тут подумала, у тебя такой богатый опыт, ты столько всего знаешь. Поэтому ты мог бы многому меня научить. Да... Тут я согласен. И помощник наверняка не потерял бы мои сигареты. Именно. А ты еще хочешь стать режиссером, Чарли? Я уже режиссер. Я про настоящие фильмы. Со звездами и с большим бюджетом. Эрин, ты должна понять кое-что. В работе, которую мы делаем, очень серьезной работе, важны не звезды, важна правда. А, ясно. Ага, прости, Чарли. Значит, фильмы не хочешь снимать? Может, сменим тему?
Джекпот. Эрин, я нашел ключ. Может, я в сувенирном магазине посмотрю? У меня уже был сегодня приступ астмы, так что мне лучше не возиться в пыли. В сувенирном продают сигареты? Наверняка. Вперед! Кто тут? Ого! Механический? Ха! Обалдеть! Чего изволите, мистер Дюмет? Пачку сигарет, пожалуйста. Мне сигареты, пожалуйста. Слышишь? Ау! Я курить хочу. Глупо было надеяться. Ну и ладно. Спасибо, робот-бармен. Конечно, сэр. Как скажете. Да ладно. Благодарю, мой механический друг. Очень признать. Да! О, да! Конечно, ему надо мелочь. Черт! Потом я угощу. Честно. Да. Иди к папочке. Эй! Для счастья нужно совсем немного. Пачку сигарет в кармане. Что? Нет. Нет, не надо. Сегодня и так херовый день, и ты делаешь его еще хуже. О, да. Что? Нет. Давай работай нормально, говна кусок. Долбаное старье. Отдай их мне. Дай мне сигареты! Ах ты. Ну все. Я сейчас схожу за механиком, и уж тогда мы тебя расхерачим. Эй, Чарли!
Да, я еще в баре. Нам надо всех собрать и пора идти на ужин. Ладно, иду. А к тебе я еще вернусь, только лом захвачу. Ты там один внутри? Кто это за стойкой? Что? Эй, есть идея для вступления. Хочешь с ним? Да, если мы сейчас все сделаем, может, Чарли перестанет все за мной переснимать? Да. Окей, ладно. Что? Ничего. Одну секунду, и можем идти. То есть ты из-за ничего такой несчастный? Да. 100 раз уже объектив протер. Я готовлю те... И все. Да. Ты вечно тонешь в мелочах, Марк. Как насчет рискнуть и просто... Я помню, как ты маялся целую неделю, а потом отказался от новой работы за одной лишней пересадки на метро. Я отказался, чтобы не бросать тебя с Чарли. Я же не изверг. Я серьезно. Я тоже. Ладно, забудь. Класс. Дай возьму камеру. Давай сами, с естественным светом. Вестибюль нам подойдет? Вроде должен. Хочу выглядеть нормально. Тебе любой свет идет, не бойся. Пытаешься подмазаться? Да. Работает? Немножко. Хоть так. Марк, почему все уверены, что я тебя бросила? Если бы Джейми узнала правду, отвалила бы. Постой. Я тут ни при чем. Не знаю, это мило или эгоистично. Или как. Скоро золотой час. Надо найти хорошее место. Не понимаю, откуда такое название? От силы минут 15. Да, но нет. С правильным рефлектором. 15 минут. Максимум. Так, давай найдем место и начнем уже. Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи. Нормальные у меня руки.